Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты 5-го созыва должна быть размещена на каждом избирательном участке. Подготовить их – это дело нелегкое. Плакаты должны содержать не только биографические сведения, но и сведения о доходах и имуществе потенциального народного избранника, о денежных средствах, имеющихся на счетах. Также Сочинская избирательная комиссия готовит тексты избирательных бюллетеней. Изготавливать их будут в типографии Краснодара. Избирательная комиссия Краснодарского края уже утвердила текст избирательного бюллетеня по выборам главы администрации губернатора Краснодарского края. На этой неделе, а именно завтра, избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи также будет утверждать тексты избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского собрания Сочи. Утверждаем, даем на изготовление, и на следующей неделе, к концу следующей недели, избирательные бюллетени будут доставлены в город Сочи, так как со 2 сентября начнется у нас досрочное голосование. На так называемых двойных выборах будет работать 219 участков. В списке членов избирательных комиссий сейчас уточняются. Избиркому необходимо исключить нарушения, в том числе избежать родственных отношений членов участковых избирательных комиссий и кандидатов в депутаты. Досрочно проголосовать как за губернатора Кубани, так и за депутатов сочинцы смогут по 12 сентября включительно. Напомню, единый день голосования назначен на 13 сентября.